малявка, не достаешь, мало каши съела. А ты переела. Это не каша, это генетика. Я еще вырасту. Ну вот когда вырастешь, тогда и достанешь. Ладно, помогу я тебе, только если ты мне за сундуком под лестницей найдешь игрушку Джессики. Хорошо. А что, голова не хочет дать? Да-да, у меня еще старая шишка не прошла. Классно тут под ступеньками. Надо будет халат, буду сделать. Спасибо. Ирушечка, Упс. Мне тут надо шарики достать. Я буду кашу много есть. Ого. Ну тут походу... Я тоже мало каши ела, тут уже надо папу звать. Папа! Ой! Что, приятно? Угу, приятно. Ой, это что за кидалово? Что, высоко падать? Смотри под ноги, куда ты идешь. Смотри под ноги, куда идет меня. Мама, почему вы мне постоянно все вещи покупаете на вырост? Ну почему сразу на вырост? Наоборот, по-модному. Сейчас же оверсайз в моде. А, так это оверсайз называется. Ну если оверсайз такой модный, тогда мне нужны новые штаны. Эти на меня короткие. Так а сейчас никто нормальной длины штаны не носит. Сейчас как раз модно короткие. Мне вообще очень нравится современная мода. Очень даже экономно. Надеюсь, на годика два тебе хватит их поносить. Ваша мама вообще так сильно в моде разбирается. Помоги мне чашку достать. Да без проблем. Дим, подай мне шапку. Ну, держи. Шарфик подай. Ладно. Держи. Ой. И рукавицы подай. А если вам тоже нравится быть высокими, ставьте лайк. Посмотрим, сколько нас таких. Ну и подписывайтесь на канал. Ты что тут делаешь? Опять красишься моей косметикой? О,
Ой, я сейчас тебя так накрашу, так накрашу. Малявка, не достаешь? Будешь сегодня не накрашенная. А что я? А я просто стою. Ну постой, постой, пока не вырастешь.